все считают, что он особо ничего не делал, ничего не сочинил, потому что слова не его, музыка не его, что там, какой его вклад вообще в культуру. Вот. А оказалось, что песни не так просто сделать. Вот, стихи стихами, музыка музыкой, а все вместе там это... Ну, на стихи вообще писал. Другое, да, да, писал, да, писал. Ну вот, так и у него есть, он говорил, что в мои годы, там, 60-е, по его рассказам, 60-е годы, 60-е, когда там все эти были тусовки, было принято считать, что, значит, что там... марши поют по-немецки, рок по-английски, значит, шансон по-французски, а по-русски только частушки. И все время так смеялись, издевались, говорили, что это по-русски петь ничего невозможно, путевого. Вот. А Хвост вставал грудью, хоть он и считается за диссидента, и что вот он как бы там... Но он стоял грудью за российскую культуру, за русское слово, да. И говорил, что по-русски, я по-русски могу петь все что угодно. Вот, в том числе я по-русски могу спеть, вот если хотите, там это известная мелодия там средневековая, там, которая приписывалась Франческо де Милано, выяснилось, что это Вавилов, но неважно. Там лютневая музыка, он говорит, я могу вам на лютневую музыку могу вам спеть песню по-русски. Могу вам на это, все будет слушаться, могу на любую на джазовую композицию вам сделать. И вот один из таких примеров, это известная джазовая композиция Колтрейна, которую все знают. Он на нее, значит, он сделал из нее песню, которую сейчас вам. Вашему вниманию предоставлю на ваш суд. Не вижу птиц я в ветвях, по шее деревьев не слышу щебета птиц. Ветвях деревьев и твари пернатые высоко летят туда, где прежде не были. Летят они
my love.